Всем привет, дорогие мои! Сегодня у меня очень плохое настроение. Оно даже, скажу, больше не плохое, а хероватое. Я сегодня, как и многие из вас, посмотрел прямой эфир журнала «Дома-2» с неподражаемой девушкой из Киева Лерой Фрост. Лера, ну так нельзя себя вести. Сегодня ты всячески обхаяла, облила говном, грязью своего бывшего молодого человека. Да, у него, может быть, не все получалось, как и у тебя, и как у многих людей. Но он хотя бы пытался, и ты с ним жила. А ты сегодня полностью вынесла ссор из избы. Учитывая то, что ты сказала, мне кажется, вот это вот существо альпака, которое я очень люблю, оказалось гораздо умнее, хотя оно из плюша, и в ней совершенно нет мозгов, в принципе, как у тебя. И третье, самое обидное, что меня сегодня поразило, ты начала говорить про его долги тебе, что он тебе много должен. Так это твоя родная Украина должна России, а он, получается, долг России возвращал через себя. Ну а серьезно, те девушки, которые несут ссоры из избы, сами являются свиньями. Задумайся, так нельзя.